Как работает ядерный реактор? Что? Это простой вопрос. Но ответ простым не будет. Конечно. Вы думаете, я слишком глуп, чтобы понять? Перефразирую. Расскажите, как работает ядерный реактор, или солдат выкинет вас из вертолета. Ядерный реактор вырабатывает электричество паром. Пар вращает турбину, она генерирует электричество. На обычной электростанции пар исходит от горящего угля, а на атомной... На атомной станции мы используем деление атома. Мы берем нестабильный элемент, уран-235, в котором слишком много нейтронов. Нейтрон — это... Пуля. Да, пуля. Эти пули вылетают из урана. Итак, если поместить рядом достаточно атомов урана, пули из одного атома ударят в другой атом. Сила столкновения расщепит атом, высвобождая огромное количество энергии. Деление. А графит? Ах, да. Нейтроны путешествуют так быстро, что мы зовем это потоком. Довольно маловероятно, что атомы урана ударятся друг от друга. И в реакторах РПМК мы окружаем топливные стержни графитом, чтобы ослабить, замедлить поток нейтронов. Хорошо. Теперь я знаю, как работает ядерный реактор. И вы мне не нужны.